Всем доброе утро. Называется «Пойми по моей футболке, куда мы сейчас направляемся вместе с Сарой». Угадайте, раза три? Диснейленд, да. Мы едем с Сарой на Рождество в Диснейленд. Мало того, что мы будем гулять целый день по парку, так мы еще останавливаемся в резорте на одну ночь. А там для резидентов Флориды такие классные скидки, и я решила ими воспользоваться. Так что мы едем гулять сегодня целый день в парке. Погода прохладная, но я вот в футболочке. У меня есть куртка еще с собой, для Сары тоже. Сара у нас тоже в стиле Дисней. Эту футболку я купила в Россе за $8. Приехала заправить машину. Покажу вам сейчас, как мы заправляем тачки здесь, в Америке. И сколько стоит бензин. Если отсюда видно, то цена бензина $2.04. Но вот этого самого недорогого, это Regular. И дизель 2.93. А в наших странах, наоборот, дизель дешевле, да? Смешно. У меня как раз, видите, какая карта Disney. Ну. Чик и все, да? Да. One moment. В кассу идти не обязательно, все можно сделать на ходу. Регуляр еще называется вот так вот. Я один раз приехала, не поняла, думаю, где регуляр? Вот он. Ура, мы приехали в отель. В отеле нам нужно зарегистрироваться. Но чек-ин только с 3 часов дня. Поэтому, я так думаю, мы оставим сумку и поедем сразу в парк. Отсюда ходит специальный шаттл-бас прямо в парк от нашего отеля. Туда нам, туда? Так. Большая красивая елка в лобби. Все, нас зарегистрировали очень быстро и сказали, мы можем уже въехать в номер. Дали карту. Здание отеля нашего находится немного дальше. И там же рядом с ним есть автобусная остановка с автобусом, который идет до Диснейленда. Вот. Все, теперь мы идем на парковку за машиной. На машине я поеду к номеру вместе с Сарой. И нам дали вот такие браслеты, это ключи от номера. Сара, покажи свой. Розовый, прям в тему. Мне под кофточку желтый, а Саре под костюмчик розовый. Здесь не все так просто, и просто так на машине не въедешь. Проверяют документы, и обязательно вы должны быть зарегистрированы. Так. А тут мне сказали сделать... О, все, ворота открылись. Только на машине. Смотрите, вот автобусные остановки, это уже вторую мы проезжаем с автобусами в Дисней. И гости просто выходят сюда со своих домиков. У нас Ranchos number 61. Все. Ой, у нас тут прям под окнами кактусы. Посмотрите, сколько много. Вот он наш номер 6211. Открывай, Сара, своим ключом. О! Все, моргнула. Моргнула. И так. Вау! У нас есть кофе. Посмотри, какой красивый. И здесь все связано с Диснейлендом, как обычно. А. Ой, елка у тебя. Merry Christmas! Какая красивая у тебя елка. А у меня какие-то... А, это Микки Маус. Это Микки Маус. Голова Микки Маус. Так, Сара, у нас с тобой две огромные кровати. А я буду с тобой спать. Нет, ты будешь спать отдельно. Нет. Так, что у нас тут? Ну, вот сразу телевизор, информация, расписание всех шоу, которые будут сегодня. Сразу здесь вот карты. Все про Диснейленд. И давай посмотрим ванную комнату. Ой,
Мне нравится. Халатики есть у нас? Нет? Ну ничего. Зато смотри, у нас прям продукция Disney Resort. Называется брендированное все прям Disney. Ну я довольна, мне очень нравится. Чисто, красиво. Мама. А? Что? Зеркало есть, все. Самое главное. Ну, конечно, стандартный классический американский номер. Мне нравятся окна. Класс. Показываю вблизи название нашего отеля. Вот так он называется. Его почему-то на Агоде нет. На других сайтах можно поискать напрямую. Цена в этом отеле за ночь примерно $150. Но если вы посмотрите на букинге, то будет дешевле, чем на Disney сайте. На Disney $200 за ночь. Все, Сара готова? Идем на автобусную остановку. Да, так с голоду не помрем. Пойдем. Посмотрите, сколько алоэ. Мы тут можем, если хочешь алоэ, давай руби. Такая милая вот автобусная остановка. Здесь расписание, что Magic Kingdom 14:47. И вот они остановки, парки Epcot, Hollywood Studio, Animal Kingdom, Disney Spring. Видите, 7 парков. У Сары, кстати, тоже диснеевский костюмчик. Строк, но я не знаю, что это за персонаж. Какая-то девчонка и юбчонка. Девчонка и юбчонка. Где вход? Все, мы приехали в парк. Ура! Между парками здесь ходит еще поезд скоростной. А пол, смотри, весь в Микки Маусах. Пока зайдешь, тут с ума сойти можно. Такая очередь большая. Прошли, наконец. Ура! Мы с Сарой решили купить, да, ободочки. Жизнь, какие у тебя ушки красивые. А меня сними. Тут запись идет уже. Маме напиши. Здесь еще делают сладкую вату. Ага. Пойдем посмотрим. Магазин конфет. Ой. Чего здесь только нет? Яблоки в карамели. Я бы предложила тебе поесть в начале еды. Пойдем. Столько людей. 25 декабря, Рождество. И такое впечатление, что вся Флорида приехала в Диснейленд. Смотри, вон он замок. С Сарой заказали. Смотрите, какая гигантская ляжка. Ужас. А салфетки? Смотрите, какая ляжка, как голова у Сары. Съели мы эту ляжку с горем пополам. $12 стоит турки лекс. А? Что там? Можно прокатиться на вот таком большом кораблике. Смотрите, сколько людей, он забит полностью. Вообще сегодня просто завал. Никому не советую идти на праздники, на Рождество, на Новый год, наверное, тоже будет много людей. Очень много, прям вообще очереди по часу, по полтора. Thank you.
сейчас обед, и мы решили поехать в отель, немножко отдохнуть и вернемся ближе к вечеру посмотреть на сам Дисней, как он мерцает в огнях. Расписание автобусов. Наш номер 12. Пойдем, наш номер 12 там. Все понятно, ясно. Стрелочки повсюду, название отелей, номер гейта. Вообще все очень доступно и понятно. А? Мне главное сейчас сесть. Сара уже устала, мы ходим. С самого утра наелись пончиков. Наелись этот турки-лэг огромный, слонячий. Ужас. Понравился турки-лэг? Сара говорит, мама, я не люблю турки. Я жалею про эту турки такую, у меня переваривается. Она была слишком соленая. Она была слишком... Очень удобно, когда есть отель. Вы можете приехать, сбросить вещи или одеться. Потому что днем было слишком жарко, чтобы идти в куртках. И с собой, знаете, не хотелось их там таскать. А к вечеру можно вот приехать в отель, надеть куртки, переодеться и снова поехать уже на вечерний Диснейленд. Мы вернулись. Оделись и вернулись. Я думаю, что мы через час уже захотим кушать. Но думаю, здесь точно мы не будем есть, потому что все рестораны забиты полностью. Даже в туалет очередь. О, смотри, смотри, здание уже светится. Вон. Это холодное сердце, да? Эльзы замок, да. Так красиво, холодное сердце, выступление. Снег, Сара! Снег пошел! Мы приехали в отель на ужин. Идем искать ресторан. Идешь искать? Здесь как food court. О, что это? Пряничные домики. Вау. С крыша с попкорном. Мармеладки, что-то необычное, ММДМсики, какая красота. Да, какие красивые домики, да? Все, мы приехали домой, поужинали, и по телевизору, ну, конечно же, Дисней. Дисней, да, Сара? Пальцы, пальцы, что с пальцами? Так классно погуляли, правда устала жутко вообще, столько людей. И я советую все равно приезжать в Universal или в Disneyland, когда будние дни и не праздники. Тогда вообще будет супер, вы будете без очереди проходить везде, не будет толкучки. Потому что сегодня даже на экспресс-линии, то есть вот эти отдельные билеты, где вы типа быстрее проходите, на этих линиях были точно такие же очереди, как на обычную линию. То есть не было вообще смысла сегодня покупать даже экспресс-линии. Потому что праздники, Рождество, миллион людей было, ужас просто, толкучка. Поэтому вот если соберетесь, то только в будние, не праздничные дни. Желательно будние, не праздничные. Ну а так, конечно, здорово, очень волшебно, празднично, по-нарядному, по-детски. Я окунулась в детство, Сара вообще в восторге, ей очень-очень понравилось.
Ой, все, сейчас будем ложиться спать. Всем доброе утро. Мы очень хорошо спали. Я вот вообще как убитая. Как тебе, Сара, спалось? Я переходила. И идем отдавать ключи, потому что я так и не выяснила, нужно им отдавать ключи или не нужно. Обычно не нужно, где-то там сбрасываешь их или в номере оставляешь и можешь уезжать. И видите, я накрасила брови, очки прячут их вот этим продуктом, который показывала в фаворитах недавно, от Maybelline. 3 дня, чтобы они у меня были красивыми. И все, и мы едем, мы сейчас поедем позавтракаем в одно кафе американское, там будут панкейки, тоже поснимаю для вас видео. И на завтрак мы идем вот в это кафе, I hope. Машин очень много, я не удивлюсь, если нам скажут подождать еще. Подождать, постоять. Пойдем проверим. Ну, как я и предполагала, здесь такая очередь. Посмотрите, это все очередь. Люди ждут, чтобы столик освободился. Полный зал людей. И нам дали такую вот сигнализацию. Покажи, Сара. На 2 человека, если стол освободится, она запищит. Или завибрирует. Видите, 2. Держи. Сейчас стоим. Вот оно меню. Это все панкейки. Завтраки, панкейки. Гигантские омлетики. Спустя 10 минут нас посадили за столик. В принципе, быстро, да, Сара? Что у нас здесь есть? Черничный соус, клубничный, баттер, пич and еще какой-то. Это все для блинчиков. Заказала себе кофе, сразу принесли мне 0,5 литра. Себе подливать можно. Сара, воду. Вот наш панкейк принесли. Почти такой, как на картинке. Тут уже налить сироп, Сара, не надо лить. И так много. Давай, на 2 съедим 1. Ну, Сара, понравились панкейки? Вкусно? Мне тоже понравились. Очень калорийные и вкусные. Люблю я вообще панкейки. Мне кажется, я вот за эти 2 дня поправлюсь, еще и покроюсь прыщами, потому что вчера мы ели всякую всячину, пончики и мороженое. Сегодня панкейки с утра пораньше. Точно распрыщавит меня, разбомбит. Пойдем, Сара. Нет. Едем домой. Все, мы едем домой. I'm dreaming.